Частичный долг Лисичанского водоканала перед Луганским энергетическим объединением 3 миллиона гривень пока так и не погашен. Об этом журналистам «Подеи» сообщил генеральный директор ЛЭО Владимир Грицай. Напомним ранее, заместитель главы Луганской облгосадминистрации Юрий Клименко обещал выделить 2 миллиона гривень из бюджета области до 25 июня. Еще миллион на счета ЛЭО должна была перечислить Лисичанская мэрия. Пока же, говорят в энергетической компании, коммунальщики платят только по текущим счетам. Текущие каждый день там из тех поступлений, которые есть, они там платят, ну, в день получается где-нибудь так 30 тысяч. Нету ни этого миллиона, нет, и 2 миллионов с областного. Нет. Ничего нет. Обещанный миллион выплатили. В телефонном разговоре настаивает городской голова Лисичанска Сергей Шилин. При этом в оговоренный срок к концу прошлой недели. Деньги также перечислила и облгосадминистрация. Отдали 1 000 000 гривен, те, которые мы приняли на сессии, 2 миллиона зашли, которые отправляли в область. В четверг они прибыли, 2 миллиона было администрации, 1 000 000 наш. И в пятницу у них с утра ушли. Сегодня понедельник, деньги должны быть на счету. Пусть смотрят внимательно, если все на чисто. Ми надали субвенцію Лисичанської міської адміністрації на вирішення потреб комунального підприємства. І вже нашу субвенцію Лисичанська міська рада направляє на комунальне підприємство і на ЛЕО. Кошти виділені і повинні були вже поступити на розрахункові рахунки Луганського енергетичного об'єднання.